Ну, во-первых, вы правильно сказали, мы под впечатлением. Это очень хорошая фраза. Действительно, второй день, насыщенный день. То, что программа составлена правильно, грамотно, что то, что мы сможем все увидеть объекты. Потому что мы не просто сюда приехали, а приехали с целью узнать и привязаться к местности. Да, что сегодня у нас, когда мы вернемся, в каждой стране будет проходить свои оргкомитеты. Мы доложим обстановку, которая есть. А хотел бы отметить то, что чувствуется действительно сплоченная команда местных организаторов, которые системно работа подошли, и практически объекты не просто готовы, они отлично готовы. Ну, вообще у меня создается впечатление, как будто вы уже пятую универсиаду проводите, и чувствуется, что люди подошли с интересом, отдаются работе для того, чтобы показать красиво в движении всю универсиаду. Ну, во-первых, тысячелетие – это правильно, но, наверное, один из главных праздников – 25 лет независимости. А это как раз будет подарок для всех жителей, которые, когда приедут, ну, мы сейчас уже знаем, что 58 стран, да, зарегистрировались. Так вот, как раз жителям покажут в движении и достижение всего того, что за тысячу лет, а вообще за 25 лет независимости, которые…